От Алатыря до Новочебоксарска завершилось новогоднее путешествие по Чувашии. Местные жители и гости из Татарстана, Мариэлы и Ульяновской области путешествовали по республике по специально разработанному маршруту. 5 точек маршрута, 5 отдельных продуманных программ. Алатырь показал Свято-Троицкий монастырь. В Маргаушском районе каледовали и гуляли на чувашском празднике Сурхури. В Мариинском посаде туристы любовались висячим мостом. Пускались в новогодний круиз без виз по Новочебоксарску. Конечный пункт назначения – резиденция Деда Мороза в Чебоксарах. В каждой точке маршрута гостям ставили печати на карте туриста, которую они заранее получили в туристическом центре. Там же после путешествия полностью заполненную карту со всеми отметками меняют на пригласительные билеты в один из музеев Чувашии. А самые удачливые на сутки отправятся отдыхать на туристическую базу Янтиковского района. Розыгрыш суперприза проведут после регистрации всех заполненных карт. Отметим, что более 4000 человек приняли участие в проекте в этом году, что почти в 2 раза больше, чем в 2017 и 2016.